Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы проходим пятую часть серии прохождений «Побег из тюрьмы». Начнем, давайте прочитаем текст. После последнего побега меня поймали и посадили в вертолет. Сейчас меня доставляют в тюрьму. Там становится моя казнь. Ой, там состоится моя казнь. Мне нужно выбраться с этого вертолета, чтобы не попасть в город. Ну все, го, короче. Так. Правила, как обычно, играет на мирном. Карта присутствует 5 бонусов. Из-за того, что я появился изначально... Ты что сделал? Алло. Там, да. О, это я, короче, там... как она называется? Из-за того, что я появился криво... Блин, ты тут уже? Можно будет залететь до того самолета. Типа летим, короче, до того самолета. Ой, офигеть, я разбился. Я что-то тоже криво появился, ну ладно. Ой, я цел. О, вроде цел. Нужно как-то попасть внутрь самолета. Мы прыгнули из летящего вертолета по камешкам, которые стоят в воздухе. Не-не-не-не-не. На самом деле мы летим просто сейчас, типа. Такие, просто мы бы разбились. Я смогу долететь и захватиться за тот рулон. Вроде цел. Нужно как-то попасть внутрь самолета. Я нашел! Молодец. Спасибо. О, сколько текста. Ой. Охрана, читать текст надо. Охрана. Далеко собрался лицом к стене. Ну, бля, почему мне постоянно не везет? Мне сообщили, что ты спрыгнул с вертолета. Да, ну ты псих. У нас свободна одна или первая камера. Тебе повезло, отправляйся туда, самолет доставит тебя в город, и не делай глупостей. Твоя камера вторая, короче. Все, отлично. Не, ну чё, дорогие друзья. О, кувшинка, ломаем. О, да, как оригинально. О, а тут белая шерсть. О, белая шерсть. Ты рычажок взяла? Возьми рычажок. Простите за однообразие. О, он извиняется за однообразие. А, ну ладно. Прощаем. Бамба-лей-ла, бамба-лей-ла, ла-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 ла. Бамба-лей-ла, бамба-лей-ла, та-д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 а. Как я пою? Вам нравится? Нет. Конечно, иди на эти, на Евровидение. Вон, Кончиту победишь. Хорошо. Кончита Вирст. О, склад. Бумага. Ничего интересного, у меня снежки есть. Мамбалейла. Фак, опять о. Кодовая дверь. Да, задолбал уже с кодовой дверью. Давай. 4, 2, 5. Нет. Попробую все открыть, просто сейчас я контакт закрою. Не-не, я сомневаюсь, что это... Может, просто сделаем вот так вот? Нет. Блин, я не сломаю железный блок рукой. Давайте, думайте. О! О, отлично. Мамбалы, паркур. Надо убить пилотов, чтобы не подняли всего. Мы убиваем пилота с помощью паркура? Не, ну нам надо что-то сейчас сделать здесь, естественно. Так. Ой. А ты чё, Маша, не проходишь? Я прохожу. Она прыгать не умеет. У меня пробел сломался. Серьезно, что ли, сломался? Серьезно. О, борода, на последний блок спрыгивать. На предпоследний. Ну, ой, блин, ну да. Я запрыгнул. По красоте, да? Все отлично. Я так. Тоже. Тут хлеб, нажимная плита, я алма... Нет, мой меч! Ой-ой-ой, тихо.
Да ты что творишь-то? Я тебя... Я тебя что... О, штаники! Ты, блин, дурак. Что делаешь-то? Зачем? Там хлеб еще был. Зачем ты снил? Ты, блин, дурак, ты что делаешь-то? Давай, ставь. Да все, хватит. Да, блин, я тебя не хотел бить сейчас. Я случайно. Ладно, все. Все, отлично. Наверное, конец пятый. Аварийные места для прыжка. Я не смогу сам посадить самолет. Мне по-любому отойди. Придется давайте прыгать я буду... вниз без парашюта. Нужно выбирать, с какой стороны прыгать. Вы вообще слышали, да, что я сказал? Да, что ну, ты не знаешь, с какой стороны прыгать? Давай, в какую? Короче, вот туда вот, слышите? Я хочу вправо. Я тоже хочу вправо, и это влево правильно. Мы не ходим. Я думал, я умру. А я не умер. Я тоже не умер. Все, отлично, давайте. Что за... Мамбалейла. Вот это сейчас вообще хардкор будет. Это вообще невозможно, блин. Невозможно, я сейчас сделаю. Нет. Прикиньте, я с первого раза прошел. Все это говно. Это у меня так лагает, значит? Что? Я все сжег. Ой. Ой, лаги. Зачем ты ко мне телепортировалась? Я случайно. Поломанная лестница, нужно достроить ее. Ща. Так, изи. Да не-не-не, ты что делаешь, блин? Да нет, там надо было проходить, а ты... Да мы вообще по-братски сделаем, да, братуха? Так нельзя, это не по правилам. Я придумаю свой Майнкрафт. С блэкджеком и лестницами. Давай. А ты зачем там-то сломала? У тебя же были еще лестницы. У меня еще 3 лестницы. Давай. Маша, спустись вниз. Да. Нет. Да. Давай. Да спустись вниз, Маша. Нет. Почему? Ой, извини, тох. Нет! Женщина! Я больше с вами вообще ничего проходить, вы мне ничего не даете сделать. Все, ладно, так все, будешь все время что-то первое. Ломать. Идите в купу. Хорошо. Давай, ставь. Последняя лесенка все равно у меня. Последняя у меня. Ну давай, ставь. А. Да я же рушила эту шерсть. Давай, давай. Какая шерсть? Ты о чем? Наконец-то! Ура! Впереди я вижу какой-то дом. Что же это? Что же это? О, господи! О, боже, как я устал бегать от закона. Надеюсь, тут нет никого нет. Нужно отдохнуть и с утра продолжить свой путь. Конец пятой части. Бла-бла. Ой, все, я взорвал нас, короче. Извините. Ой. Ты себя только взорвал. А, я не сдох, прикинь, как так вообще? Что за... Ух ты. Я вижу ходку. Я вижу, как можно сбежать. Ломаем кобл. Я ломал. Ты ломал, мало ли, что ты ломал. Кому какая разница, что ты там ломал? Паранойя. Я ломал! Ну что ж, дорогие друзья, это конец пятой части, и сегодня с нами играли Антон. Всем пока. И Мария Юрьевна. Всем пока, ребята. Да, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.